Всем привет! Сегодня у нас получается 26 января 2024 года. Сегодня у меня контрольное взвешивание перед тренировкой. Килограмм 250 грамм. Ноги. Ноги качают вес 60 килограммов. Блин, на самом деле, если это конструкция, не знаю, сколько, возможно, там и больше получится. Я считаю, чистый вес, который я добавил, 60 килограммов. 20 качков. Медленно сгибаю. Теперь у меня следующее упражнение. Пресс и грудь, если будет тренажер свободен. Так, качаем пресс. Вот такое упражнение на пресс. Сейчас пойду доделать третий подход на грудь и потом, скорее всего, на беговую дорожку. Так что присоединяйтесь ко мне, тренируйтесь со мной, тренируйтесь лучше меня, тренируйтесь против меня. Главное, поставьте цель. В любом деле нужна цель. Цели нет, дело у вас не получится. Так, контрольное взвешивание после тренировки.
Так, вес составляет после тренировки 80 килограмм, 850 грамм.